В субботу – легкоатлетический кросс, а в воскресенье – закрытие велосезона. Более 200 мытищинцев собрались на традиционный велопробег. Причем в качестве транспорта они выбрали не только велосипеды, но и самокаты. Формально праздник спорта посвятили завершению велосезона, но большинство из тех, кто приехал на осенний мытищинский пробег, не собираются расставаться со своими двухколесными друзьями в ближайшее время. Поэтому мероприятие стало еще и теплой встречей друзей. Перед тем, как велосипедисты вышли на старт, были разыграны многочисленные призы.